свободный формат таких мероприятий, как нынешний форум, он очень важен для повышения уровня подготовки практических специалистов здравоохранения. И в этом, я считаю, самая главная и принципиальная важность наших встреч. На этом уже ставшем традиционным, ежегодном, завершающем, по сути, год мероприятием, научно-практическим, есть возможность действительно подведения итогов. Что же важного, главного произошло в текущем году в эндокринологии в области диагностики и лечения эндокринных заболеваний? Здесь всегда собирается высококвалифицированный лекторский состав под эгидой главного эндокринолога Москвы профессора Анциферова Михаила Борисовича. И, конечно, главное – это не просто знание ради знаний, это внедрение их в реальную клиническую практику, нацеленную на повышение качества оказания медицинской помощи населению Москвы, области, да и не только, потому что на этом мероприятии мы видим часто представителей регионального здравоохранения. Поэтому, конечно, я считаю все это очень важным, необходимым, ну и в будущем, конечно же, нуждающимся в поддержке и продолжении. От лица Департамента здравоохранения города Москвы, от оргкомитета конференции считать 7-ю межрегиональную конференцию открытой и пожелать вам всем успешной плодотворной работы. Наша конференция имеет сугубо практическую направленность и рассчитана в основном на практических врачей, поэтому звучат конкретные рекомендации, конкретные стандарты терапии, обсуждаются клинические случаи, оптимальное использование того или иного препарата. Я считаю, что это принесет определенную пользу для развития городского здравоохранения в плане помощи больным с эндокринными заболеваниями. В этом году я снова являюсь одним из участников, на сей раз уже 7-х, алгоритмов диагностики и лечения эндокринных заболеваний, такого достаточно серьезного и последнее время, мне кажется, все более и более мультидисциплинарного форума, где врачи разных специальностей обсуждают эндокринных пациентов, обсуждают различные подходы, которые должны в той или иной степени помочь нам найти верное решение и успешно помогать нашим больным. Современная актуальная тема – алгоритмы. Алгоритмы руководства к действию. Руководство к действию, потому что огромное количество препаратов, которые на сегодняшний день есть у нас возможность использовать в клинической практике, но каким образом, на каком этапе, какие результаты мы ожидаем, до сих пор не является окончательно установленным. Более того, из дискуссии, которую мы только что вели, вы видите, что разные задачи. Одни хотели бы снизить уровень гликемии, вторые хотели бы гликированный гемоглобин контролировать. А амбиции, которые сейчас существуют, задумайтесь, их никогда раньше не было. И это обсуждается. Уменьшение смертности наших пациентов, увеличение продолжительности жизни. Мы еще не приступили к обсуждению качества жизни, но это следующий этап. Я считаю, что, наверное, ради этого стоит собираться, ради этого стоит объединить усилия и врачей, и ученых, и представителей фарминдустрии.